Подпольный винзавод располагался в хуторе «Красная скала» в обычном частном доме. В хозяйственной пристройке правоохранители обнаружили две цистерны объемом по 10 тысяч литров с виноматериалом, 1000 литров готового вина, 300 литров спирта и аппарат для розлива алкогольной продукции. Хозяин домовладения – 60-летний мужчина. Его действия попадают под 171-ю статью Уголовного кодекса «Незаконное производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции». Срок, предусмотренный за это преступление, до 3 лет лишения свободы. В настоящее время вся изъятая продукция направлена для проведения экспертизы, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.